Это фамилия Бабиков. Мне 5 лет. Нет, я наоборот, смотри, сколько. Я люблю играть в машинки и лего. Я люблю строить вот такой домик. Мы самый любимый особый герой. Человек-паук. Но я даже мечтаю им быть. Потому что я обладаю суперспособностью. Смотри, какая. Паутину. Скоро будет паутина по всем городе. Я мечтаю, чтобы, ну там, у меня был электромотор. У меня автомобиля вот такие колесики. Фиксики. А у монстр-трака вот такие. Он может их передавить. Ну, смотрите, маршрут мой. А моя мечта сбудется, да? Она будет делать, что я буду мечтать, да? А у нас в детском лагере наоборот, стульчики с Микки Маусами. А у вас стульчик еще деревянный, черного цвета. Он из деревьев? Это же цвет, как у меня. И дел тоже из деревьев. Ну, я был намазанным, конечно. Ну, кремом, вот. Ну, почему-то почернел. Мама меня называет котенком. Если мама меня хватит, она делает их. Мама моя самая добрая. Я от нее даже отлипнуть не могу. Я не могу от нее отлипнуть, потому что она самая моя любимая. Я ее как люблю сильно. Я и больше не могу без нее. Я сразу обнимашки хотел. Или и обнимашек люблю. Мама, первое слово, главное слово. В каждой судьбе. А у вас есть тут напоминатель? Это когда ты не знаешь что-то, а он напоминает. Что-то я уже хочу к маме. Надоело еще до вопроса.